Басир Мураттың машинаға біз разбили бірнемеге қамылан. Помню, приехали ко мне домой с наводками от армян, потому что была стычка в Афгане и непонятные вопросы. Потом зашли ко мне домой, ударили мать. Всех ловили и вот так еще стреляли по колесам там или как там. И за спину! Оружие у тебя! Какое оружие? Травматическое. Работали жестко, получается. Обычно берут так террористов и так далее. Пацаны просто столкнулись здесь лбами. А потом некоторые пацаны решили, то, что надо сюда национальный конфликт приписать. Вот и все. Остального здесь я больше ничего не вижу. Сейчас, если хотят сделать здесь национальный конфликт, на это вестись не надо. Никаких национальных... У нас на Урале национальные конфликты, поймите, это должно быть западло. У нас все здесь должны жить в мире. Здесь как, на Урале, независимые от национальности. Это же наших бьют, так тут все идут. Попробуйте любого тронуть, хоть марийца, хоть удмурта, хоть чуваша, хоть татарина, хоть кого. Да, тут тронь, скажет, наших бьют, тут все соберутся. Вот на этом и сейчас на чувство того, что братство, они играют. Хотят разрушить вот это братство на Урале. Я уважаю весь национальность. Есть люди, да, среди них тоже нормальные. Но это было подача с армянской стороны. Они не должны так делать. Получается, как мы у себя дома, а они в гостях. Не должны так себя вести у нас в Башкирии.